торжественной обстановке в многофункциональном миграционном центре Самары российские паспорта вручают тем, кто приехал в Самарскую область с Донбасса и принял решение получить гражданство Российской Федерации. 9 человек разного возраста, которые сейчас проживают в центрах временного размещения, получили документы в упрощенном порядке. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки помогли с оформлением всех необходимых бумаг. Особо приятно в этот день принимать слова благодарности в адрес сотрудников Главного управления МВД России по Самарской области, от граждан, которые прошли свой нелегкий путь и, наконец, стали гражданами Российской Федерации. В торжественной обстановке участники мероприятия приняли присягу гражданина Российской Федерации. Очень приятно нам отнеслись. Большое приятно то, что мы приняли присягу. И, конечно, большое спасибо России. Со словами поздравления обратилась к присутствующим председатель общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области Анастасия Ходырева и вручила каждому экземпляр Конституции Российской Федерации. Очень важный душевный день, потому что очень важно сохранять ту радость, которую, к сожалению, люди были лишены на протяжении очень долгого времени. И сегодня в такой торжественной обстановке это действительно значимое событие. Они в нашем Отечестве обретут свой новый дом, чистое небо над головой, новые возможности, прежде всего для своих родных, близких и, конечно, детей. Вручая паспорта, в РИО начальника управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области Денис Сафаров поздравил собравшихся с тем, что они стали полноправными гражданами Российской Федерации, и сказал, что они всегда могут рассчитывать на поддержку. Виктория Шарая, «События».